Радует то, что мы были участниками такого матча. Для нас это исторический матч. И мы осознавали, куда мы едем и с кем мы играем. То есть команда «Шахтер» на сегодняшний день однозначно это уже самый титулованный клуб в Украине. И мы трезво оценивали свои силы. Я хочу поблагодарить всех своих ребят за тот путь, который мы прошли с ними до финала. И у нас были интересные и сложные игры. Вот, и мы в них действительно выглядели достойно и не уступали тем соперникам, которые нам были на пути. Вот, ну а финал – это финал. Поэтому мы уже наслаждались самой атмосферой, самим стадионом. Мы сегодня выходили не за деньги и играли. То есть мы понимали, что это престиж, это интересно. Ну, то есть сколько бы ни пообещали, я думаю, что не было это особо там мотивация именно деньги. Поэтому ребята все и так молодцы, осознают того, что мы в истории. Однозначно, какая команда следующая, там, я имею в виду с первой лиги или с низшей лиги, будет в финале, это уже будет вторая команда. А Інгулець будет все-таки всегда первым. Думаю, наша команда была очень концентрирована на матче, очень агрессивно. Хорошо играем. И надо поздравить всех, которые много работали и сделали нашу игру. Інгулець – сильная команда, что скажешь? Да, конечно, надо поздравить, потому что они очень сильная команда и сделали очень хорошую работу, но надо поздравить его. Мои игроки провели очень серьезную игру. Como eu disse, de grande respeito pelo adversário. Как я сказал, уважаемого соперника. Nós sabíamos que após marcar o primeiro gol, as coisas se tornariam mais fáceis, foi o que aconteceu. Fizemos um bom jogo, uma palavra de apreço também para o Ingoletti, que lutou sempre, dignificou o jogo. Agora, foi uma vitória por estes números, poderiam ter sido mais, o que é perfeitamente normal. Agora, o jogo foi tornado menos difícil, principalmente pela atitude dos meus jogadores. Благодаря поведению и действиям моих игроков. Thank you.